Этот коллаб с участием более 40 художников, которым нравится Undertale и Лиса. В описании будет ссылка на оригинал. Также в титрах будут указаны все участники данной анимации. Внимание! Видео содержит много крови. Все под моим контролем. Я больше не нуждаюсь в тебе. Теперь у меня есть сила. И когда я сотру это... Похоже, я опоздала. Что за... Все монстры, которые встречались на пути, теперь мертвы. Возможно, пришло время для нового противника. Это рискованно, но я готов это сделать. Сила человека. Решимость человека. Такое смешение приведет к тому, где только победитель получит контроль над сохранением. Будет интересно посмотреть на это. Что это за место? Как? Так-так, кто у нас здесь? Один глаз. Кокосовая голова все же не наврала мне. Кто ты, черт возьми? Хороший меч. Мне нравится дизайн. А ну отвечай, с**ка! Какие словечки. Похоже, мне придется научить тебя манерам. Ты понятия не имеешь, кто б**. Перед тобой. Сейчас ты на моей территории. Ах ты ебаная засранка. Тебе не сбежать от меня. Я отрублю тебе голову. Ха, жестоко. Я расхочу твою шею. Хвостунишка. Сотри эту ухмылку со своего лица. Готовься умереть. Приступим. Покажи на все, что ты способна. Ты не ожидала такого, так ведь? Я не ожидала, что там только одна. Кому нужны патроны? Должна признать, ты намного жестче, чем кажешься. Ты понятия не имеешь. Но пора покончить с этим. Интересно. Это было неожиданно. Что-то странное происходит. Это не должно было закончиться вот так. Это...
давай потанцуем. Что-то с сигналом происходит. Она снова жива. Но в замешательстве. Погодите. Ну, возможно. Как интересно. Для этого требуется новая линия расследования. Два человека. Я достану. Оставь мой глаз в покое. Надо мной что, прикалываются? Я заставлю тебя страдать. Это должно было закончиться раньше. Серьезно? Кончай уже с этим. Пространственный континуум повсюду. Ты сильно воняешь. Моя очередь. Это уже становится нелепым. Это уже слишком долго продолжается. Это должно как-то закончиться.
определенно не так. Кто-то смотрит. Ты действительно уверена в результатах? Какую часть меня всевидящей ты еще не видел?